проконтролировать работу управляющих компаний и заняться спортом. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий совершил велообъезд. Вместе с администрацией по территории округа прокатилась и наша съемочная группа. Утро субботы для сотрудников администрации началось нестандартно. Владимир Ружицкий совершил велообъезд по поселку Октябрьский. Первая остановка возле третьего дома на улице Ленина. На дороге ямы. Вместо аккуратного газона заросшая травой территория. Я смотрел, там магазин «Рыболов» при въезде. Ты обрати внимание, напротив него трава выше этого магазина. Вопрос возникает, чем ты занимаешься? Ну и ты. За все отвечает заместитель главы по направлению. Зам главы. И у зама главы в подчинении территориальщик. Следующей точкой стала аллея возле улицы 60 лет Победы. Здесь зеленую зону планировали расширить. Однако сейчас на месте предполагаемого парка отдыха расположен другой, автомобильный. Возле этой теперь опушки еще планируют 3 дома поставить. Значит, Сергей, возьми, значит, этот вопрос запиши. На той же улице около дома номер 3 в 2019 году открыли детскую площадку. Владимир Ружицкий проверил состояние двора и пообщался с местными жителями. Люберчане довольны не только площадкой, но и состоянием подъездов. Лифты поменяли. Новые, да. Все жалобы и предложения жителей сотрудники администрации взяли под контроль. Глава подчеркнул, для администрации важно осмотреть как можно больше точек и пообщаться с люберчанами. Тем более это можно сделать быстро. Можно ехать в машине, но в машине ты из окошка сегодня не увидишь. Можно идти пешком, но пешком вот эти расстояния, которые мы сегодня объехали, тоже не преодолеешь. А велосипед – это лето, это хорошо, это солнце. Ну и в какой-то степени это спорт. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.